Bon bah ça y est, c'est le dernier produit. Maintenant, on file en Russie. Prêt pour partir. Nous, nous sommes là. Et on va rejoindre nos ambassadeurs qui sont dans l'Ural Mountains, pas loin de Yekaterinbourg. Меня зовут Юрий. Вот, и так я здесь оказался привлеченным в замечательный проект гидом, проводником на Урале. Это суровое испытание для французов. Очень рада, что мы сегодня здесь оказались. Очень необычный опыт. Да, мне безумно понравились эти съемки. Такой неоценимый опыт и классные ребята. Самое классное воспоминание – это то, что мы могли провести время вместе и поучаствовать в таком крутом проекте, как съемки новой коллекции. Всем привет, меня зовут Борис, мне 36 лет, и за окном сегодня температура минус 25 градусов. Будто жили мемли силь. Нравятся съемки тем, направленных на то, чтобы активнее пропагандировать занятия спортом, времяпровождение на свежем воздухе. Особенно используя прелести нашей уральской погоды. Let's go, we can fly to the sun. Очень понравилось, что мы вовлекли столько людей, и столько людей сейчас счастливы, потому что они смогли поучаствовать в этом большом проекте. Я благодарю всю команду Кешо, что они позволили мне поучаствовать в этом. Позволило познакомиться с прекрасным коллективом гостей, которые поделились с нами опытом проведения подобных мероприятий.